Стоит, как стена, завал. Преградил он дорогу пехоте и танкам. Застопорилось здесь продвижение. Подобные отрывки из военной прозы прозвучали во всех библиотеках города сегодня ровно в 10:45. Таким чтением ветераны помогли школьникам почувствовать чужую боль как свою и побудить в них патриотические чувства к родине. Через фотографии и кадры военной хроники перед ребятами предстал истинный облик тех страшных времен. У каждого из пришедших своя история и своя боль. И момент, когда у ног Розы Луговой оказалась граната, она помнит, как сейчас. Считаю, раз, два, три, мина не взрывается. Я щуплю себя, живая ли? Нет. Вот в таком состоянии была. Потом, значит, слышу, идут разведчики на передовую. Обезвредили эту мину. Когда я сняла шапку, они так смотрели на меня. И я посидела. Когда это случилось, Розе Андреевне было всего 17 лет. Как страшный сон, вспоминает она, как работала связисткой на Кавказе, как освобождала Украину, Кубань и минеральные воды. А вот Вячеслав Шейнис тоже участник боевых действий, только в Афганистане. Так получилось, что за 25 лет своей службы ни дня не прослужил в России. Грузия, Азербайджан, Латвия и Афганистан – память об этих местах останется навечно. Вот только его воспоминания несколько иные. 13 декабря 1983 года я стою на трапе самолета и сажусь в него для того, чтобы лететь домой. Да. Это вот моя самая любимая фотография, которая говорит о завершении мною выполнения интернационального долга. Цветы, стихотворения и музыкальные произведения – это одни из самых приятных подарков для людей, прошедших войну. Ирина Комнатная, Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».